Сегодня у нас тут мороженое, пломбир и сливовый сок. Будем их замешивать. Получится коктейльчик. Разрезаем. Сок для коктейльчика должен быть не сильно сладкий, а немного кислый. В некоторых местах продают с апельсиновым соком такой же коктейль. Получается такая тема. Сахар детский. Самый хороший вариант — это сливовый, яблочный, может еще какой-то кислый. Вот здесь будет размешивание. Хорош. Включаем. Дегустация. Отлично. То, что надо.